Коллеги, добрый вечер. Начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. С нами главный тренер хоккейного клуба Акбар Зинутуа Хайдарович Белединов. Зинутуа Хайдарович, пожалуйста, ваш комментарий по сегодняшней игре. Ну, я думаю, что обе команды готовились к этому матчу, и все хотели и выиграть, показать хороший хоккей. Я думаю, что много чего удалось, но, к сожалению, мы немножечко упустили меньшинство свое, большинство. Вот, в общем, то, что нам, чего нам не хватило. Спасибо большое. Перейдем к вопросам. Азамат Шалуков, пожалуйста. Азамат, ваш вопрос. Уфа-1. Зинутуа Хайдарович, а прокомментируйте, пожалуйста, что именно не получилось у команды. В большинстве выглядело так, что не совсем получалось у Акбарса сделать пас под бросок, мало бросали. Ну, вы же ответили на этот вопрос. Задаете, отвечаете. Я соглашусь с этим. И второе, а почему не сняли вратаря пораньше? Сейчас в современном хоккее же обычно минут даже за 6, за 7. Серьезно? Есть такое? Хорошо, я вычту это. Продуктивно поговорили. Спасибо большое. Вопрос у Никиты Щитова. Телеграм-канал Никиты Щитов, пожалуйста. Зинутуа Хайдарович, здравствуйте. Добрый. Мне доводилось против ваших команд играть. И у меня вот такой вопрос. У вас очень классное нападение и очень мощная, хорошая оборона. Но вот таких игроков по мастерству и оснащению, как Никулин, Первышин, Медведев, ну, нету, не видно, не хватает их в большинстве. Как думаете, кто из нынешнего состава, из данных игроков обороны, кто у вас есть, может со временем приблизиться вот к мастерству вышеперечисленных ребят? Ну, спасибо, вопрос такой, хороший вопрос. Вот, я думаю, что сейчас нет смысла говорить о том, что там тот период были одни, сейчас другие. Они есть, они для меня не лучшие, я с ними работаю, я как бы должен делать все необходимое, чтобы они играли лучше. Поэтому это прежде всего моя работа. Но они стараются, они пытаются что-то сделать. Что-то получается, что-то не получается. Ну, это процесс идет такой. Спасибо. Спасибо, коллеги. Далее вопросы в зале. Владимир Бакуленко, ХЛ, пожалуйста, Владимир. Спасибо, Владимир, добрый вечер. Во втором периоде немножко отошли от своей игры. Почему соперник так добавил? Ну и соперник добавил. Я уже сказал о том, что мы немножко неправильно стали играть. Потом игра в меньшинстве, она, в общем-то, в большей степени так повлияла на нашу игру. Вот эти факторы, они, конечно, помешали нам. Благодарю. Максим Иванов, Бизнес Онлайн. Пожалуйста, Максим. Да, здравствуйте. А как можете прокомментировать игру Александра Радулова? Там, в прошлом сезоне он таким самым заметным, наверное, игроком был Акбарса, то есть горящим, постоянно заводил много ярких моментов, а сегодня много потерь, скорее терялся. Что вы думаете? Ну, что я думаю, это хороший спортсмен, человек, который любит хоккей и предан хоккею, он делает все необходимое. Но не всегда это получается, вот сегодня не получилось. А в целом он очень здорово работает, он себя не жалеет на поле, вот, и это хороший пример для остальных. В Акбарсе огромное количество именитых, достаточное количество именитых игроков. Нет ли такого, что чрезмерно достаточно и как будто бы нужно больше ролевых игроков? Скорее, а что вы имеете в виду вообще под этим? Ну, игроков, которые были бы лидерами в других командах, а сейчас им нужно делить роли. А если у тебя в команде есть хорошие игроки, надо радоваться этому. Коллеги, есть ли еще вопросы в зале? Если вопросов в зале нет, пожалуйста, Zoom. Есть ли у вас вопросы? Подключайтесь, представляйтесь, задавайте ваш вопрос. Похоже, нет. Ну, вот сейчас покивали головой, сказали нет. Спасибо большое. Мы ждем Виктора Николаевича Козлова. Всего доброго. Коллеги, мы продолжаем нашу работу. Главный тренер хоккейного клуба «Салат Юлаев» Виктор Николаевич Козлов прокомментирует итоги сегодняшней игры. Виктор Николаевич, пожалуйста, ваш комментарий по игре. Ну, если честно, очень эмоциональная игра. И в начале сезона такие эмоции, такая поддержка трибун, это как бы дорогого стоит. И то, что как сегодня проявилась вся команда, да, пропустили два быстрых гола. Ну, как потом... Верили в себя, были эмоции. Потом появилось движение, скованность ушла. Удачные голы в большинстве. И дальше ребята молодцы. На эмоциях, опять же, на страсти.
Еще раз огромное спасибо нашим болельщикам. Сегодня они просто были 7-м полевым игроком. Спасибо большое, Виктор Николаевич. Мы переходим к вопросам. Азамат Шабуков, Уфа Хоккей. Пожалуйста, Азамат. Не Уфа Хоккей, Уфа один. А почему 7-й полевым? Ну, потому что двойная поддержка была сегодня. Вау. Сегодня мало что дали сделать Акбарсу в их большинстве. Расскажите, пожалуйста, несколько вещей, что просили от команды, что было ключевым. Поагрессивнее сыграть на лидеров, у которых была шайба. Потому что, как бы, если им дать время и пространство, там мастерство запредельное, они всегда найдут передачу, кого-то выведут под опасный бросок. Они, в принципе, его водили. Были хорошие, качественные моменты, но Саша Самонов держал нас в игре. И опять же, то, что 5 минут в первом периоде выстояли, это тоже придало эмоции и уверенности. И как ребята там ловили, и как работали, и как видно было, запредельная самоотдача. Как и с магниткой, хватало брака, однако в передачах и в большинстве шайба уходила, и 5 на 5 тоже. В чем причина? Есть ли претензии к качеству льда? Ну, это, скорее всего, на улице тепло и тяжело, видимо, наладить, чтобы лед был хороший. Но, в принципе, это везде так. Сейчас придет осень, придут холода, потом зима, и качество льда, естественно, будет лучше. Про дисциплину Пименова. Он только в одном матче не удалялся сегодня, тоже 5. Есть ли к нему вопросы по данному компоненту? Нет. Как он сам это объясняет? Спасибо. Нет, я объяснений не спрашивал. Как бы это чисто игровые моменты были. То, что он там специально нарушает правила, такого нет. И претензий к нему тоже никаких нет. Мы все команда, мы ошибаемся, мы исправляем ошибки друг друга. Поэтому это все как бы в стороне. Спасибо большое. Владимир Бакулин, КХЛ. Виктор Николаевич, добрый вечер. Сложным ли вот далось это решение по поводу стартового вратаря сегодня? Потому что, в принципе, Ежов вы не играл, да, вот после Лады и Самонов? Нет. Мы знали, что Саша выйдет сегодня в зеленом дерби. Он должен окунуться был в это во все. И то, что как он после этих быстрых двух голов не стушевался, да, выдержал удар, и как он дальше провел матч. То есть только ему хвала. Второй вопрос. Все мы знаем потенциал Саши Шарова, да, какой он снайпер, но вот не идет у него пока шайба, вот что-то не хватает. Вот на ваш взгляд, что ему сейчас не хватает? Может быть, центрального, вот подносчика снарядов, какой-то другой может быть момент? Ну, мне кажется, все равно Саша долго играл в Сибири, да, для него это новый клуб, и это должно, ну, это занимает время на адаптацию, и как бы все равно, я думаю, он должен, как бы, как говорится, успокоиться в правильном смысле слова, и у него, согласен, мастерство есть, и как бы если он успокоится, у него есть моменты, и будет забивать. То есть это такая ментальная сейчас, да, больше составляющая? Да. Спасибо. Больше ментальная. Алексей Горюнов. Спасибо. Добрый вечер. С победой еще раз. Сегодня вы, ну, практически все звенья перемешали. Насколько трудно далось это решение? Все-таки такой важный матч. Поэтому и перемешали, поэтому мы как бы и смотрели сочетание. То, что мы видели с магниткой, да, ну, нас немножечко не устраивало определенные моменты, и поэтому впустили свежую кровь и Егора Сучкова. И как бы это сработало, ребята, это дало эмоции, это дало движение. То есть сегодня так вот. Ну, не очень справляюсь сегодня с соперником на своем пятаке. Там Яшкин хозяйничал. Как-то будете на это обращать внимание в дальнейшем? Ну, мне кажется, Яшкин с любой командой там хозяйничает. Тяжело с ним бороться. Но опять же, сегодня справились. Ну и по Шарову вот я хотел уточнить. Все-таки вы больше видите его на острие или больше как разыгрывающего? Ну, как понять на острие? Который завершает? Да. Но он может и завершать, он может и передачу отдать, поэтому он как бы, чтобы его вводили на бросок, да, пока у нас нет таких игроков, которые вот могут вывести его там в чисто под бросок. Но, поэтому я и говорю, то есть он должен адаптироваться и понять, какая ситуация, и находить место, и находить варианты для взятия ворот. Спасибо. На Владимир Бакулин, и потом Роман с хоккеем.
Виктор Николаевич, ну следующий матч с «Торпедо» опять через несколько дней, только в понедельник. Вот это не выбит опять пауза из колеи, как перед матчем? Ну, вы знаете, вот как раз мы сейчас сидели с ребятами, обсуждали. То есть после таких эмоций было бы намного тяжелее, если бы мы поиграли, допустим, через день. Потому что ребята сегодня запредельную эмоцию отдали. И то есть завтра у нас выходной, они вздохнут, и дальше мы будем готовиться к «Торпедо». И опять же, да, нам опять же нужны будут такие же эмоции и такая же поддержка трибун. Спасибо. Спасибо. Роман Габдрафиков продолжает. Виктор Николаевич, с победой. Официальный аккаунт КХЛ выложил гол Ивана Дроздова и написал, что это шедевр. Вы в своей хоккейной карьере многое повидали. Вот как вы опишете этот гол? А вы видели, какая заряженность у него была? Вы видели, как он боролся? Вы видели, как он туда был нацелен? И когда ты так нацелен, когда ты так заряжен забить гол, вот это и появляется. То есть, как бы, это вот за это его, как бы, это его заслуга, это вот он ждал этого момента. И, в принципе, мы знали, что он взрывной, напористый, нападающий. И он сегодня еще раз это показал. И второй вопрос. Фантастический матч, фантастические эмоции. Мне кажется, даже нейтральные зрители, которые не болеют за Салават и Акбарс, сегодня не остались равнодушными, но важно другое, на мой взгляд, сегодня хорошее содержание, качество игры вашей команды. Вот есть ли у вас понимание, как это содержание и вот концентрацию такую сохранить на следующие матчи, чтобы Салават чаще выглядел именно таким образом? Ну, я сейчас примерно понимаю, что мы делали до матча с Акбарс. То есть нам сейчас нужно примерно то же самое делать перед следующим матчем. И в идеале делать перед каждым матчем. Можете рассказать, что вы такое делали? Это пока еще так, наметки. Спасибо. Есть ли еще вопросы, коллеги? Максим Иванов, Бизнес Онлайн. Пожалуйста, Максим. Да, один вопрос. Не совсем по игре, но скорее по атмосфере. Перед матчем болельщики, фанаты Салават опять удивили баннером с отсылкой к культовой российской рок-группе «Король и Шут». И вы видели его, что подумали об этом? И вообще вот эта группа, она попадает в ваши вкусы музыкальные? Ну вот, если честно, как бы баннер красивый, но это, ну, я не до конца понял. Но то, что вот сейчас вы мне объяснили, «Король и Шут», ну, как бы не слышал их. Максим, я отведу вас к нашему руководству, там слушают «Король и Шут», они вам все объяснят. Есть ли еще вопросы? Вопросы в Zoom? Если вопросов больше нет, спасибо большое, увидимся после матча с «Торпедо». Все, спасибо, до свидания.